Более 1500 заявлений о выдаче лицензии и разрешений на продажу оружия подали жители Щелковского района за последние 3 месяца. Такие данные предоставил отдел лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Каждый будний день его сотрудники ведут прием документации, которая позволит гражданским лицам приобрести оружие для самообороны или охоты, ну а сотрудникам частных охранных предприятий получить разрешение на свою профессиональную деятельность. Чтобы подать заявление на разрешение купить оружие или продлить лицензию на него, в первую очередь нужно зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру. Там же можно найти информацию о всех необходимых документах. Регистрируются они на сайте государственных услуг. Соответственно, заявочка от них приходит в наш отдел, мы ее распечатываем и, соответственно, созваниваемся с гражданином и вызываем его на определенное и удобное ему время. Если для сотрудников ЧОПов список документов один, то для физлиц он разнится в зависимости от цели приобретения оружия. Для охотников это копии паспорта и охотничьего билета, квитанция, госпошлины и медицинская справка. То, чтобы получить оружие для самообороны, необходимо окончить специальную школу. После покупки оружия его нужно зарегистрировать в течение 2 недель. В дальнейшем лицензия подтверждается каждые 5 лет. На данный момент общее количество владельцев гражданского оружия в Щелковском районе составляет 11 447 человек. Также в муниципалитете действует более 50 частных охранных предприятий и 6 частных детективов.